Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусное шоколадное печенье. В миску кладу размягченное сливочное масло, добавляю сахар, соль и ванилин и размешиваю до однородности. Добавляю яйцо и снова хорошо перемешиваю. Обращаю внимание, что все продукты должны быть комнатной температуры. Вливаю кефир и перемешиваю. Вот такой консистенции должна получиться масса. Всыпаю немного муки, разрыхлитель и какао. Все очень хорошо перемешиваю лопаткой. Всыпаю всю оставшуюся муку и быстро перемешиваю. Как только масса станет однородной, перемешивать больше не нужно. Далее беру немного теста и руками скатываю небольшой шарик размером с грецкий орех. Кладу на противень и слегка прижимаю. Печенье присыпаю овсяными хлопьями, также можно использовать орешки или вообще ничем не посыпать. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 10-15 минут. Печенье готовится быстро, продукты самые доступные и получается очень вкусным. Друзья, удачной вам выпечки, всего вам самого доброго и до новых встреч!